Ирканат, а ты знал, что не только в Алматы есть белка, ставшая символом? К нам в студию попала мини-версия бура-белки. Этот бельчонок приехал из курортной зоны Боровое, где он стал символом благотворительного веломарафона, на котором собрали рекордную сумму для поддержки детских больниц Казахстана. Марафон «Бурабайк» был организован фондом Булата Утимуратова и отелем «Риксос Боровое». Помимо взносов за участие, гости пожертвовали огромные суммы на специальном аукционе. Наша съемочная группа побывала на мероприятии. Прямо сейчас вы узнаете, за сколько ушла с молотка форма легендарного игрока сборной Бразилии Пеле. Лето, горы, солнце, вода, чистейший воздух и надежда на жизнь. Это велопробег, это Риксос Боровое, это 2300 казахстанцев, решивших принять участие в благотворительном марафоне, который проходит 6-й год подряд. Его цель – собрать средства для детских медучреждений. Мероприятие поддерживают меценаты, бизнесмены, политики и спортсмены. Наша команда постоянно с нами Путин поддерживает это мероприятие. То есть как с началом стартанули, начало у нас было там человек 30-40, и все вот это переросло в традиционные мероприятия. В этом году участникам велопробега «Бурабайк» необходимо было преодолеть дистанцию в 30 километров. Несмотря на то, что это не гонка, а велопробег, и здесь нет победителей и проигравших, каждый участник стремился финишировать в тридцатке сильнейших, ведь возглавили гонку профессиональные велогонщики. На зеленый вид транспорта пересели даже дети, многие из которых справились со всей дистанцией. Благотворительный велопробег «Бурабайк» – это не только преодоление дистанции на велосипеде. Для участников организована большая развлекательная программа, одна из которых – пикник на свежем воздухе. И с каждым годом количество гостей растет. Сегодня здесь собрались больше 2000 человек с большим и добрым сердцем. Вы только представьте, за 5 лет все эти люди пожертвовали больше 470 миллионов тенге. Кроме взносов участников и корпоративных команд, прошел аукцион из 15 лотов. Чтобы вы понимали, футбольная форма легендарного Пеле ушла с молотка за 5 миллионов тенге. Набор картин, нарисованных воспитанниками аутизм-центра Асыл Мирас, продан за 10 миллионов, а теннисная ракетка с автографом Рафаэля Надаль досталась меценату за 17 миллионов. Это сбор средств, которые потом идут на приобретение медицинского и реабилитационного оборудования, в большей степени для детских медицинских лечебных учреждений, да, Республики Казахстан. В итоге результатом веломарафона «Бурабайк» стали рекордные 205 миллионов тенге. Оборудование на эти деньги закупят в районные сельские больницы Жамбылской, Североказахстанской, Карагандинской и Алматинской областей. Илья Рыбин, Нуркен Токмурзин и Дидар Елеев, Информбюро, Акмолинская область.